Всем привет! Сегодня 1 июля и хочу показать, что у меня наросло в моем огородике. Так, вот смотрите, помидорки красные, вот красные, краснеют помидоры, которые я уж хотела выбрасывать. Вот помидорки. Вот такие вот. Вот еще. Вот помидорки мои. Тут я все обрезала, обрезала внизу. И ветки нижние, и пасынки. Вот огурец, который у меня не плодоносил и который я хотела выкинуть. Он, в общем, огромный был. Я немножко боковушки пообрезала. И смотрите сразу, что у меня началось. Вот. Огуречек начал расти. Такой вот хорошенький. Еще сейчас покажу. Во. Так, во. Еще огурец. И там еще много всяких. И уже не отпадывают. Вот там вон огурец. Вот. Вот зеленых помидор вон как много. Вот. Тут вот тоже не отпадывает. Уже не стали отпадывать. Надо было мне раньше боковушки обрезать. Вот так вот. Тут укроп в этом ящике. А там Масенька смотрит. Петрушка продолжает расти. Дальше. Перец сладкий, тот же самый куст. Вот, до сих пор начал набирать цвет. О, о, зацветает, кстати. Я не видела. Так, где он? Не вижу. Вот, зацветает перец, который на балконе у меня. Тут помидорки тоже еще начинают. Другие. Вот еще помидорка спеленькая. Вот. В этот ящик я пересадила петунии. Укроп там до чёрствого выдрала. Вот смотрите, мангольденка. Салат можно крошить тоже. Вот здесь мята растет. Этот пасынки, я их так и не удалила. Потом можно. Вот дальше. Так, это у нас. Так, это опять петрушка. Здесь цветочки. Петунии. Здесь тоже. Только что-то она падает куда-то. А, она к свету тянется. Здесь цветочки. Тоже зацветают. Вот. Сейчас покажу, что еще в квартире. Так. Здесь перцы красные, горькие. Начинают уже желтеть. Поспевать, то бишь. Хоть и опадает цвет. Много очень, но все равно снимаю на солнце. Это помидорка низкорослая. Она еще только цветет. Еще пока помидор нету, мы ждем. Вот. А это такой перец. Уже вот раз плодик, два плодик. Там три плодик. Еще где-то. Вот. Начинает тоже он краснеть. А на этом окне, смотрите, какая красота. Четыре перчика. И там еще краснеют. Их уже можно есть. Они уже поспели. Вот. Здесь еще вот краснеет перец тоже. Во какой толстячок. Во какой толстячок. Вон там внизу еще толстячок. А это помидорина. Так, ее. Помидорина. Горшки. Во. Вот помидорка. И смотрите уже сколько на ней много там в глубине
там вот все помидорки. Там за поворотом тоже помидоры. Там тоже помидоры. Вот, у нее много с той стороны окна. Много поспевает, и зеленых еще много. У нее ничего не отпадывают, ни цветы, ничего, все хорошо. Вот это пасынками помидоринка все еще у меня тут. Это дыня. Я ей сделала такую дугу. Дыня, которую я уже 58-й раз посадила, которую кошки съели. Вот. Нет, дыня не знаю вырастет. Это помидорка из пасынка. Растет. Вот так вот. А это я посадила снова огурцы. Два семечка, дюймовочки. Потому что я думала, я эти выброшу все. И взамен, думаю, буду уже по-правильному все там прищипывать, что надо. Вот такие вот. Не знаю. Надеюсь, что уже здесь у меня все нормально будет. Я их дома хочу, не хочу на балкон у нас, потому что неделю опять стояла холодрыга. Было 9 градусов днем, ну там 12 максимум. Вообще было холодно. Сегодня первый день солнышко и 21 градус. И вот еще хочу показать. Я купила новые семена огурцов. Уж теперь хорошие-прихорошие. Называется гирлянда. Два семечка вот посадила. Там написано, их можно хоть когда садить, даже и в середине лета. Они потому что очень быстро поспевают, там 40 дней буквально. И они не требуют ни опыления, ничего. И там уж якобы 100% это от гавриша. Потому что я какие покупала, вон, посмотрите, что, да, выросло. Какая-то беда. И вот моя еще эта тыква, которая, надеюсь, тоже тут вырастет. Не вырастет, так я ее выброшу тогда. Вот. Это помидорки тоже из пасынков. Просто жалко их выкидывать было. Вот. Это у меня тут мангольдинка просто растет. Сама так. Ну, в общем, вот так. И здесь еще помидорка просто так растет. Может быть, вырастет. Вот так у меня на 1 июля такой вот результат. Смотрите, я сейчас один оторву. О. И попробую посмотреть, хорошенький, вкусненький или нет. И помидорку еще тут оторву. Такая классная помидорка, своя, своими руками выращенная. Мягонькая, такая тепленькая. Сейчас я ее попробую и перчик попробую. Ну, всем пока. Рассказывайте, как у вас все растет. Ну, конечно, у меня хуже всех, потому что у меня полная фигня. Всем пока. Смотрите, какой спеленький. Внутри все отсвечивает. Я уже съела половинку. Прямо так. Сладенько-сладенько, вкусненько-вкусненько. И помидорка очень вкусная.